Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале Вера Ванюкова. Сегодня 30 декабря 2020 года. Вечер. Поздний вечер. Еще один день. 31 декабря. И год крысы уходит. Приходит новый 2021 год. Год белого быка. Белого серебряного бока. Хочется, конечно, чтобы побыстрее ушел этот год. Я без сожаления с ним прощаюсь. И хочется пожелать, чтобы новый год, 2021 год бока, принес нам всем крепкое здоровье, удачу, тепло во всех смыслах этого слова. Чтобы всегда мы жили в мире, в доброте, в красоте. А вот с такой елочкой я встречаю 2021 год. Вот такая елка. Я не стала вешать на нее всякую мишуру. Сделала по минимуму, игрушки повесила. Пусть все будет так. Скромно. Ну что ж, друзья, все готово к встрече Нового года. В этой комнате мы будем встречать новый 2021 год. Осталось только накрыть стол и весело встретить Новый год. Весело-весело встретим Новый год. Кошка-маська на своем месте. Так что ждем. Так, решила вам показать, где я встречаю Новый год. Вот именно в этой комнате. Тоже у нас елочка. Потом покажу вам ее. Конечно, главное украшение любого Нового года – это телевизор. Хотя это неправда. Сейчас мы уже практически только смотрим поздравления. Вот это бой курантов. А потом у нас уже свои развлечения, потому что мы встречаем Новый год с молодежью, с молодыми. И сами стараемся не стареть душой. Это самое главное. Друзья, и вот такая еще елочка у меня стоит в другой комнате. Но она совсем маленькая, конечно, но не менее красивая. Друзья, я поздравляю от всей души вас с наступающим новым 2021 годом. Хочу, друзья, сказать вам огромное-огромное спасибо. Все, кто у меня есть в подписчиках на YouTube, всем моим друзьям. Я бы хотела, конечно, назвать имена, но я боюсь обидеть кого-нибудь. Кого назову, а кого не назову, они обидятся. Поэтому, милые мои дорогие друзья, я вас всех люблю, ценю. И хочу, чтобы все это было взаимно у нас с вами. С наступающим Новым годом вас! Я желаю вам море любви и океан здоровья. С Новым годом, с новым счастьем.